Доброе утро, Ставропольский край. Меня зовут Вадим Москаленко. И самое время для наших новостей. Коротко о главных темах к этому часу. Дети из станицы Константиновской совсем скоро пойдут в новый детский сад. Его откроют уже в следующем году. Джамиля Ибрагимова об этих и других объектах, которые строятся на Кавминводах. В каждой такой пачке по 1000 бланков. На вес примерно, ну, килограмма по 4 каждая. Кстати, только в Октябрьском районе краевой столицы проживают 62 700 избирателей. Их бюллетени до конца рабочей недели пробудут в хранилище территориальной комиссии. Что может быть лучше, чем школа и детский сад? Правильно, новая школа и новый детский сад. Пятигорск в этом плане образцовый город. Там в этом году сразу несколько объектов строят и ремонтируют для детей. Изменения оценил губернатор края Владимир Владимиров с инспекцией на Кавминводах. Джамиля Ибрагимова подытожит. В 11-й гимназии Пятигорска 1 сентября не наступило по техническим причинам. Идет реконструкция. Детских голосов тут не слышно, но зато слышно, как днем и ночью шумят строители. Эта гимназия старейшая в городе. Видела Октябрьскую революцию, чтобы вы понимали примерно ее возраст. Но даже почетное звание памятника архитектуры не спасло ее от времени. В гимназии начали реконструкцию и вот сейчас возвращают к жизни. Меняют межэтажные перекрытия, устанавливают внутренний каркас, усиливают фундамент. Исторический фасад не трогают, но освежают. Мы его сделаем в таких тонах, вот как все, которые мы проезжали. Вот соседнее здание такое коричневатое. Исторический. Замечание губернатора. Из старого позволено остаться только фасаду. Все остальное, от коридоров до школьных досок, должно быть, что называется, по последнему слову. Что должно находиться в школе? Класс биологии, класс химии, класс физики, класс труда, информатика. Потому что сегодня требования, сегодня такие федеральные образовательные стандарты, которые позволят нам из этой школы сделать просто светоч будущего. Как строятся Кавминводы, смотрит губернатор края, поселок Горячеводский. Залиты фундамент и арматура – это будущая спортивная школа для занятий боксом. Ее планируют открыть летом 2020-го. Этот год будет знаковым для станицы Константиновской, что под Пятигорском. Тут откроют детский сад. Заветных слов «стройка окончена» очень ждут мамы с папами и их дети. То, что жителям Константиновской нужен новый детский сад, давно всем ясно. Они уже много лет подряд возят своих малышей в дошкольные учреждения Пятигорска. По пробкам час пик это неудобно. То ли дело свой детский сад в своей станице. Вот он, под боком. Проект у детского садика необычный даже для города, а для маленькой станицы так тем более. Все очень достойно. Бассейн, просторный зал, где будут заниматься музыкой, и комнаты для игр. Впечатление на самом деле хорошее. Строительные объекты все живые. Видно, что процесс идет, и мы, в общем-то, нигде не отстаем. И, наверное, в общем-то, ну, в большинстве объектов идем по графику. Еще одна большая стройка уже в самом Пятигорске. Многоэтажка на улице Пестова. 47 квартир в этом доме отдали детям-сиротам. Они очень долго ждали переезда в новое жилье. Но не повезло с подрядчиком, он обанкротился. Сейчас тут все доделывает новый строитель. Ход работ на контроле губернатора. В запуске этих домов не может быть никаких ограничений. Не может быть никаких ограничений. А это уже Георгиевск. Тут Владимиров посмотрел не стройку, а ее результаты. С высоты птичьего полета особенно видно, как оздоровился городской парк. Так хорошо тут давно не было. Взрослые прогуливаются по пешеходным дорожкам, дети играют на новеньких площадках. Вся эта красота по программе формирования комфортной городской среды. Джамиля Ибрагимова, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Ставрополье выберет губернатора. Уже в это воскресенье в работу накануне приняли свеженапечатанные бюллетени. Краевой избирком забрал из минераловодской типографии почти 2 миллиона бланков. Путь от станка до участка проследил Никита Шишков. Пара четких движений ножом и металлические типографские клише отправляются в мусорный бак. Больше не допечатаешь. На шаблонах макет бюллетеней и тангерная сетка. Мелкий зеленый узор на обороте. В кустарных условиях повторить такое невозможно. Да и подсмотреть рисунок до дня выборов вряд ли получится. Это традиционная печать, но здесь контроль, то есть круглосуточная охрана полиции, значит, наблюдатели от избирательной комиссии, наблюдатели от кандидатов присутствуют круглосуточно. Из типографского склада во все уголки края направились почти 2 миллиона бланков. Из всей партии почти 100 тысяч бюллетеней предназначены для подсчета голосов электронными урнами.
КАИБами. Лишние и бракованные уничтожили в присутствии членов краевого избиркома. Бюллетени изготовлены в строгом соответствии с федеральным законом. В каждом бюллетене содержится 5 кандидатов, сведения о кандидатах, краткие биографические данные, ну и, соответственно, квадратики, где необходимо будет поставить любую отметку. После приемки главы территориальных комиссий повезли бюллетени к себе в районы. В Ставрополе, например, их 3. Ленинская, Промышленная и Октябрьская. Последние на эти выборы надо почти 7 десятков упаковок. В каждой такой пачке по 1000 бланков. На вес примерно, килограмма по 4 каждая. Кстати, только в Октябрьском районе краевой столицы проживают 62 700 избирателей. Их бюллетени до конца рабочей недели пробудут в хранилище территориальной комиссии. Двери в него опечатывают и под сигнализацию. Но и на этом работа с бланками не заканчивается. И мы распределим бюллетени по избирательным участкам. Небольшой резерв остается в территориальной комиссии. На всякий случай. Пересчитаем все, посмотрим. Не дай бог будут отбракованы. Отбракуем, составим акт и на каждый избирательный участок в мешок положим бюллетени. В территориальных комиссиях бланки пробудут до пятницы, а потом их распределят по избирательным участкам, где они под замком и охраной будут дожидаться начала голосования. Никита Шишков, Константин Шляпин и Владимир Жвакин. Ставропольское телевидение. Жильцы, пострадавшие от пожара 9-этажки в Железноводске, вернулись в свои квартиры. В доме полностью завершили ремонт фасада, укрепили несущие конструкции, заменили окна, закончили отделку в квартирах, установили новые входные двери и, наконец, запустили лифт. Здание подключили к водоснабжению и электричеству. Пока шел ремонт, жильцов многоэтажки разместили в гостиницах и обеспечили всем необходимым. Напомним, пожар в 9-этажке на улице Энгельса произошел в мае. На ликвидацию последствий ЧС из Краевого резервного фонда по поручению губернатора Владимира Владимирова выделили 77 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя пассажирского микроавтобуса «Мерседес», который столкнулся с тягачом «МАН». Напомним, авария произошла на прошлой неделе под Невинномысском. В больницу, по сведениям МЧС, тогда доставили 17 человек. Следствие полагает, мужчина проявил невнимательность на дороге, не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик. Другие происшествия в оперативной сводке. Наркотики на чердаке. Полицейские Зеленогумска нашли в одном из домов 2 внушительных свертка. Внутри была растительная масса серо-зеленого цвета. Здесь без экспертизы было понятно, что это марихуана, что и подтвердили специалисты. Общая масса наркотиков больше полукилограмма. Все это собрал 26-летний ранее судимый местный житель. Он пояснил, что сорвал растения на окраине города для личного употребления. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Поля в огне. Пожарные спасатели за 3 дня потушили более 100 очагов возгорания сухостоя. Одни из самых крупных пожаров, над которыми изрядно потрудились спасовцы, произошли в окрестностях Ставрополя, а также в Апанасенковском, Кочубеевском и Андроповском районах. Еще одно возгорание площадью 25 гектаров потушили днем 1 сентября в 3 километрах восточнее поселка Советское Руно Ипатовского округа. Горели 2 поля, стерни и 3 лесопосадки, с тушением которых спасовцы также успешно справились. День знания начинается не в школе. В Кисловодске подрались школьники. В социальных сетях опубликовали видео, на котором несколько молодых парней в рубашках и брюках борются прямо в центре туристической зоны. Судя по всему, в драке участвуют 4 человека. 2 постарше и 2 помладше. Один из бойцов даже повалил соперника на тротуар. За происходящим наблюдали прохожие, которые в конце концов вмешались в конфликт. Инцидентом уже заинтересовались полицейские. 6-й попытки. Вблизи села Просковея сотрудники госавтоинспекции остановили внедорожник, за рулем которого находилась женщина с признаками опьянения. Она призналась, что возвращалась с мероприятия, где употребляла алкоголь. Полицейские предложили женщине пройти процедуру освидетельствования на месте. Водитель согласилась, однако осилила процесс только 6-го раза. Алкотестер показал наличие более 0,5 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, чему женщина сильно удивилась. Девушке грозит лишение прав сроком до 2 лет, а также денежный штраф в размере 30 тысяч рублей. Еще больше зеленой энергетики. На крупнейшей в стране солнечной электростанции в Грачевском районе запустили 4-ю очередь. К общей мощности объекта она прибавила 12,5 мегаватт и без малого 45 тысяч солнечных панелей.
полностью завершить проект должны к середине следующего года. Тогда солнечные панели займут площадь, только вдумайтесь. 400 футбольных полей смогут обеспечить энергией 67 тысяч квартир. Кроме того, уже в следующем году в Кочубеевском районе заработает первая ветряная электростанция. Так что Ставрополье продолжает семимильные шаги к зеленой энергетике. Ну вот такие новости у нас к этому часу. Больше на сайте и в следующих выпусках. До встречи!